В последнее время Лайма Вайкуле шокирует слушателей громкими заявлениями. Недавно она похвалила себя и Аллу Пугачеву, отметив свой вклад в историю искусства. Не успел скандал затухнуть, как на одном из концертов исполнительница удивила публику очередным антироссийским высказыванием. «Не знала, как буду петь по-русски, но друзья-украинцы сказали, что я должна дальше выступать, работать», сказала 68-летняя артистка залу. Мимо такого заявления не смог пройти Михаил Шахназаров. Публицист в телеграм-канале опубликовал видео того выступления и сопроводил его комментарием. По его мнению, Вайкуле стоит выбрать другой язык для исполнения песен. Кормилица всея союза Лайма Вайкуле в очередной раз решила продемонстрировать свой недюжинный ум. Она с тяжелым сердцем поет на русском. Так вы пойте на латышском или на своем корявом английском. Главное, чтобы жовто-блакитный флаг был, вышиванка или венок на макушке, иронично отозвался он. Справедливости ради стоит отметить, что популярность Вайкуле получила в России. Она неоднократно появлялась в «Песне года», «Голубых огоньках» и прочих праздничных телепередачах. Да и хиты Лаймы Станиславовны записаны на русском языке. Однако певица не стесняется поливать грязью страну, в которой стала известной. Впрочем, исполнительница хита «Вернисаж» рассчитывает однажды вернуться в отечественный шоу-бизнес и продолжить зарабатывать состояние на преданных поклонниках. «Я очень много потеряла. Я потеряла публику, которая меня любила и уверена, до сих пор любит. А мне других и не надо. У меня был бизнес. Я потеряла очень много денег. Я просто ушла оттуда, я поняла, что я там мешаю. Пусть они работают, пусть занимаются, мне ничего не надо», — жаловалась она.